Бомблак? Аминь? Ну, на самом деле, да, мы здесь почему? Потому что верим, что Бог живой. И поэтому мы собираемся. Правильно или нет? Не всегда мы это понимаем, что мы собираемся, потому что Бог живой. Иногда собираемся, потому что кто-то собирает нас. Но все равно, где-то в глубине души мы же ищем Бога. И вот так мы устроены, что на самом деле, когда мы молимся, когда мы вроде ищем, мы мало что ощущаем, мало что чувствуем. На самом деле это так устроено. Мы посылаем свои слова туда, да, мы посылаем мысли, да, туда, куда-то, в пустоту, в темноту. И хотим быть услышанными. И все. И вот мы так устроены. И часто нет никаких подтверждений, и сразу никаких нет подтверждений, да? Но потом, через какое-то время, мы видим все плод этого, правильно ли? Мы видим результат. И мы видим результат, когда мы ищем Бога, мы видим один результат. И когда мы не ищем Бога, мы видим другой результат. И вот почему мы ищем Бога. Потому что на самом деле от этого есть результат. И все. И даже когда нам кажется, что похоже смысла в этом нет, это как раз и тут и нужна вера для того, чтобы вот это кажется, что смысла в этом нет, оно нас не остановило для того, чтобы искать Бога. Аминь. Потому что на самом деле вот Бог, в Его слове написано, что всякий, кто верует, должен в первую очередь, да, веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Понимаете, да? Это Его условие. Он воздает тем, кто Его ищет. Действительно, Его ищет. Поэтому я ободрен. И ободрен, потому что все-таки мы ищем Бога, и будет результат. Однозначно будет результат, потому что мы ищем Бога. Потому что Бог, Он верный. И мы на этом можем стоять на самом деле. То есть мы стоим либо на том, что мы ищем Бога, или на том, что мы не ищем Бога. Результат придет, когда будем искать Бога. И это закономерность на самом деле, это закон. Поэтому самое главное в этом не ослабевать, самое главное в этом проявлять настойчивость, самое главное в этом проявлять терпение, иметь какую-то стратегию для этого, да, и бороться за это, чтобы продолжать искать Бога. Потому что результат придет именно от того, насколько мы ищем Бога. Понимаете или не понимаете? Это действительно так. Просто вот все остальное, даже грех, он просто мешает нам искать Бога. Потому что написано, давайте оставим всякий запинающий нас грех, да, потому что грех, он просто мешает искать Бога. Бог уже, Иисус, Он победил грех. Даже если ты написано, что все мы много согрешаем, и кто говорит, что он без греха, он не знает Бога, и он лжец. Поэтому Писание нам говорит то, что на самом деле в этой жизни, на этой земле, мы никогда не ощутим себя безгрешными. Мы не ощутим себя. И нам это тоже нужно понять. Но то, что делает грех, основное то, что он мешает нам сделать, это искать Бога. И Иисус здесь все сделал, дал совершенный механизм, что мы, даже согрешая, мы имеем ходатая перед Богом для того, чтобы Его искать. Естественно, здесь есть адекватный момент, да? Апостол Павел тоже об этом говорит, то, что, ну, что нам теперь, продолжать жить во грехе и грешить, и все? Ну, можно попробовать, если вы хотите, но не получится,
Потому что просто грех потом не даст искать Бога и не даст быть счастливым. Потому что в теории, в принципе, можно. Но в реальности не получится. Поэтому наша задача минимизировать это, да, своими силами сделать все, что мы можем сделать, да, и самое главное, искать Бога. Ну ладно, это так, вступление. Сегодня хочу одну историю разобрать. Тема называется, я ее так назову, «Пусть говорит Авель». Я хотел просто ее назвать «Каин и Авель», но мне кажется, что вот название «Пусть говорит Авель», оно как раз будет больше подходить к тому, что я хочу сказать. И чтобы оно немножко вот зафиксировалось в нашем сознании. Потому что в этом есть определенный ключ, то, что я хочу рассказать. Я надеюсь, что все вы эту историю знаете, поэтому мы не будем ее читать. Мы потом заглянем в какие-то моменты из этой истории. Но суть этой истории в том, что вот после Адама с Евой, вернее не после, а еще при них, написано, Ева родила Каина сначала, потом родила Авеля. И вот эти два брата выросли. Написано, один стал земледельцем, другой стал пастухом. И через какое-то время пришло время приносить Богу жертву. И вот они принесли каждый от того, чем он занимался. Один принес, написано, от первородных стада своего, то есть овцу. Второй принес от плодов земли. И написано, что презрел Бог на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. Ну, там еще так даже написано, что презрел Бог на Авеля и на жертву его, а на Каина и на жертву его не презрел. И Каин очень расстроился, знаете, да, эту историю? Каин очень расстроился и пошел и убил брата своего. Вот такая вот история. Потом был проклят и отправлен, да, там, скитаться по земле. И вот мы вот сегодня это рассмотрим. На самом деле очень интересная история. Вообще все вот эти истории, которые в Бытие написаны, Адам, Ева, да, Каин, Авель, в них вообще, почему они еще называются Бытие, да? Что такое Бытие? Вот Бытие это то, что есть на самом деле, как у нас с вами, Бытие, Житие, то, что мы живем. И это очень такие символичные истории. Истории, которые повторяются из поколения в поколение, которые отражают вообще всю суть человеческой жизни, если так поглубже посмотреть. История, на первый взгляд, очень простая. Но в этой истории есть много ключей, необходимых нам. Тех ключей, которые мы должны просто, ну, знать, и которые мы должны вот, принять для себя и осознать. И на первый взгляд, вот эта история, вот я ее давно знаю. Я когда-то на нее проповедовал еще очень давно. И тема больше называлась о зависти, да, то, что вот, насколько зависть, она плохая, что один брат позавидовал другому. Но сейчас я вижу, тема намного глубже, намного серьезнее, чем просто обычная человеческая зависть. Там есть очень много моментов, которые мы должны знать и должны понять. Потому что вот, там так коротко написано про этих братьев, да, я думаю, ну что, неужели ему нельзя было еще вот какие-то элементы, там какие-то, как это сказать, кадры из их жизни еще выдернуть, чтобы про них как-то побольше узнать, как будто бы мало информации. Но на самом деле информации предостаточно про этих двух братьев. И они все написаны. И мы их сегодня разберем. И вот первое, что я хочу сказать, да, это то, что кажется, что все очень просто. Что просто один позавидовал другому и убил, и все. И кажется, что история только вот об этом, об этой ситуации, как он это сделал. Но и как будто бы нет никакой предыстории. Но есть предыстория на самом деле. Потому что в нашей жизни есть же предыстория, правильно или нет? У каждого из нас, вот мы сейчас вот находимся в определенный момент жизни, да, в определенное время, в определенном моменте своем. И нашу жизнь нельзя рассматривать без нашей предыстории. Правильно ли? Нужен контекст. Правильно? Всей ситуации. И вот у них также есть контекст. И
Первое, опять же, вот я говорю, когда я размышлял раньше на эту историю, мне казалось, что как будто бы вот все так поверхностно, и как будто бы просто эта история про то, как одному повезло, а другому не повезло. И как бы весь вывод из этой истории, что ну если не повезло, не надо завидовать тому, кому повезло. Понимаете? И вот вроде как будто бы вот в этой истории все, вот как данность уже. Вот одному повезло, а другому не повезло. И надо это просто принять. Но так ли это на самом деле? Можно ли это назвать просто повезло? Или действительно есть контекст, есть предыстория? Потому что вот часто, да, мы свою жизнь оцениваем, так на свою жизнь смотрим, вот что у нас там что-то не хватает, что-то как-то не так. И смотрим на чью-то другую жизнь, и у него там вот все цветет, и все хорошо, или еще что-то. И простой такой, да, вывод, формулировка, ну, прет ему, да, и везет ему там, да, мажорик он там, да, родители у него там такие, или еще что-то. Ну, часто, да, мы готовы так на два лагеря людей делить. Кому-то повезло, кому-то не повезло, да. Возьмем даже всяких там Абрамовича можем взять, да, таких вот. Детдома. Кого? Абрамович, детдомовский. Да. Как будто бы человек в этом практически не участвовал, в том, что, чего он добился на самом деле, да, как будто бы вот. И здесь тоже так. Вот на жертву одного презрел, на жертву другого не презрел. Вот разделил их так на два, и еще почему-то вот Бог что-то хочет от Каина, да. Сам виноват, что не мог принять и у того, и у другого. Да? Есть такие мысли чуть-чуть у нас? И там еще такой момент-то был, почему, опять же, да, у одного принял, у другого не принял. У одного принял жертву, потому что он принес овцу. А у другого не принял, потому что он принес от плодов земли. То есть, видимо, вот тоже в жертве дело, да, мы дальше еще посмотрим. И как мы понимаем, на самом деле, что да, действительно в жертве дело, потому что один принес овцу, и он принес смерть, он принес кровь. Да? И написано, что плата за грех – смерть. Да? И без пролития крови нет прощения греха. Соответственно, вот один как бы угадал. Да? И еще какое-то время тоже назад, когда я об этом думал, я тоже так думал, что вот один просто каким-то образом, то, что ему повезло, опять же, теперь, что не просто повезло, ему повезло, что он стал пастухом. Да? Вот ему повезло, что он стал пастухом, а другому не повезло, что он стал земледельцем. Вроде обе уважаемые профессии, одному повезло стать пастухом. Вот выбор так пошел, когда-то вот на перепутье такое попали. Но если мы изучаем Библию, если мы глубже копаем, мы понимаем, что на самом деле это все символы. И в этом кроется очень большой смысл. То, что один стал пастухом, другой стал земледельцем. И начнем мы с ихних имен. Это два имени. Имя Каин означает приобретать. Потому что Ева его когда родила, она сказала то, что приобрела я человека от Бога. И вот это вот имя Каин, Канна, не помню я точно, означает приобретать. Понимаем теперь, да, что такое приобретать, да? Приобретать. И имя Авель. Имя Авель означает, оно от глагола, не помню, от какого глагола, у меня тут написано было. Означает дуть. Дуть или дышать. Да? И вот на самом деле для сообразительных людей уже все ясно. Вот просто переводишь два этих имени и понимаешь на самом деле, в чем здесь дело. Давайте откроем Римлянам 8 главу. Как я уже говорю, что вообще я хочу эту историю рассмотреть, и как это очень мощная история на самом деле. Я даже не ожидал, что она такая мощная. Когда вот в ней покопался, когда поразбирался в этих символах, в этих ключах, на самом деле, и даже
тот факт, что она идет вот второй истории в Библии после вот там первого сотворения, потом вот эта история Адама с Евой, и потом вот эта история Авеля и Каина. И это, грубо говоря, вообще олицетворяет вот все человеческие отношения между собой, вот эта история. Вот всех людей можно в эту историю засунуть. Как бы вот они не хотели туда засовываться, но их можно туда засунуть, любого человека. Любые взаимоотношения, будь то взаимоотношения просто между людьми, будь то взаимоотношения в церкви, будь то это вообще, вообще сама духовная жизнь человека. Поэтому и эту историю хочу, чтобы вы поразмышляли ее не только как вот история физическая, но опять же еще и история духовная, и что это вот история противостояния двух направлений, двух совершенно разных направлений, двух отношений к жизни, двух философий, двух видений. Потому что если мы думаем, ну вот мы же уже взрослые люди на самом деле, тут смысл-то в чем, что если мы думаем, что смысл в том, что жертва была принята, что такое вообще принята была жертва? Вот опять же, да, это тоже своеобразный ключ, который вот он открывается, когда ты об этом начинаешь размышлять, и когда ты начинаешь именно размышлять о своей жизни. Что, ну, по сути, какая мне разница, приняли мою жертву или не приняли мою жертву? Почему меня так расстраивает, если вот, ну, это же не то, что мне дали, правильно? А это то, что у меня приняли. Поэтому, да, вот как я кому-то предложу, что возьмем, хочешь, возьми. Он, ну, не, мне не надо, ну и не надо, не надо, все, мне останется, правильно? То есть, как бы, да, я, понимаете, про что говорю, что я, это не в смысле получить жертву, да, а в смысле отдать. Но с Богом-то по-другому на самом деле. Если Бог что-то у кого-то возьмет, Бог не может быть должником, понимаете, да? Поэтому, если Бог на самом деле презрел, и там же еще написано, что не только на жертву презрел, а презрел на Авеля и на жертву его, и не презрел на Каина и на жертву его, да? То есть мы можем понять, что на самом деле, вот тут вроде как так коротко написано, но речь идет о какой-то черте такой, которую можно подвести под определенным отрезком или результатом жизни человека. Что то, что Бог принял у одного жертву, у другого не принял жертву, это означает, что нечто снаружи проявилось над жизнями этих обоих людей, что стало очевидно, что Бог с этим человеком, а вот с этим человеком Бога нет. Понимаете? То есть речь идет не о том, что вот жертву принял, у другого не принял, а речь идет действительно о благословении на самом деле, о процветании, да, о том, что есть видимый успех в жизни одного человека, да, и есть также вот недостаток этого видимого успеха в жизни другого человека. И вот, вот как ни крути, оно очевидно на самом деле. И это стало очевидно и им самим, и тем, наверное, кто вокруг них, и всей этой ситуации. И я именно об этом хочу говорить, потому что именно это имеет смысл, это, именно это и доказывает то, что принял Бог твою жертву или не принял Бог твою жертву. Потому что вот это вот принятие жертвы, оно и означает именно вот в том, какой результат от этого есть, какое снаружи проявление этого есть. Есть где-то в древних там историях про эту, как бы, есть же еще, как это называется, ну, как вот предание там, да, старцев, да, то, что легенда, вот в Библии написано, а есть еще легенда, которая за ней следует, да, говорили, что якобы после вот того, как они жертву принесли, у Авеля было действительно большое там размножение, у него было вот, ну, большой успех в его деле. А у Каина, там, понятно, не очень особо что-то выросло, и не было такого видимого успеха. И это я к тому, что как мы должны это на самом деле понимать, и что это означает вообще, принял жертву или не принял жертву. И мы уже сказали, да, что один был, его имя означало приобретать, а у другого имя означало дух, дуть и дышать, да? И мы видим тоже в этом два разных направления. Давайте я вам открою, что это значит на самом деле. Римлянам 8 глава,
5 стиха. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Аминь. Помышления духовные – суть жизни мир. Помышления плотские. Что там написано? Смерть, да? Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, да? И можно сказать, что им с именами не повезло, но понимаете, да, Библия – книга духовная. Тут как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому ихние имена означают ихние направления вообще, ихние ценности, ихние видения на самом деле. Да, и мы видим, что для одного вот это вот его имя приобретать означало быть вот, да, вот это вот направление в жизни, приобретать побольше, да, лишь бы вот приобретать, он всю свою жизнь, да, это говорит о человеке, который всю свою жизнь видит только в накапливании здесь, на этой земле. Потому что Иисус сказал, да, не накапливайте сокровища здесь, на земле, где моль, ржа, воры, все это могут у тебя забрать и украсть, но накапливайте все сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ничто не могут это забрать. И вот Авель означает дуть и дышать, его имя, да, означает его стремление, да, стремление человека к духовному, к небесному, к Божьему, к накапливанию небесных сокровищ. И то, что один был пастухом, и другой был земледелец, это тоже два разных направления в жизни. Просто два отношения. Это не то чтобы профессии на самом деле, это просто именно символы, которые относятся к определению направления человеческого, там, сознания, мышления, просто к выбору человека, как человек выбирает себе путь. Земледелец, да, мы знаем, что Бог, Он сказал то, что Он проклял землю, да, и сказал, когда Адам, да, согрешил, давайте я прочитаю. Адам уже сказал, Бог, да, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Представляете, да? Это вот то, что произошло с Адамом с Евой совсем недавно, да? И мы видим, что Каин становится земледельцем, становится вот этим возделывателем вот этой вот проклятой земли. Вы понимаете, да, что это символы все, правильно? Я теперь не хочу, да, сказать, что те, кто животноводством занимается, они в более лучшем положении, чем те, кто занимается сельским хозяйством. Это все больше символы. Земля означает плоть. Понимаете, земледелец означает плотское отношение как бы к жизни. Поэтому то, что он был земледелец, это и говорит то, что какой путь он выбрал для себя. Что для него важно вот только здесь земное. А здесь земное, оно на самом деле, вот Бог сказал, в поте лица будешь возделывать, в поте лица твоего будешь есть хлеб, да, будешь там вот землю возделывать, она тебе тернии и волчцы будет приносить. На самом деле это вот к вопросу о том, почему вот так тяжеловато нам всем живется на этой земле. Действительно тяжеловато, и тяжеловато работает, тяжеловато деньги зарабатывать. Ты вроде делаешь, а тут еще ты вроде должно нормально все быть, а тут тернии и волчцы, да? Когда, Дим, там то палец, там ты мне что сказал, там тут ты палец, тут что-то перевернул, тут не то. То есть, да, мы пытаемся делать часто хорошо все, даже на работе, да, на своей. А вот все время что-то происходит, что-то не получается. Ты хочешь как бы разогнаться, ты хочешь там вот сделать определенный объем, и еще у тебя что-то вот не получается. Это совершенно нормально.
Потому что вот это наша реальность здесь на земле. У нас будет много чего не получаться. И таким образом, то, что Авель становится пастухом, это как раз и является вот тоже, опять же, символом того, куда человек устремляет свое направление, да, свои мысли, делает свой выбор. То, что, да, вот есть земля проклятая, можно на ней работать, а можно от этого как-то попробовать уйти, правильно? Как? Вот, пасти овец. Потому что овец вроде не проклинали, и поэтому можно как-то от этого попробовать уйти. Это опять же символы. Это просто я логику такую вам привожу, да, что делать что-то другое, но не работать на земле. То есть это о чем говорит? Вот почему я такую логику привожу? Потому что на самом деле надо искать. На самом деле надо искать то, что работает, что благословлено Богом, что Бог может благословить. И вот это направление он благословляет. Потому что пастух по Библии означает служитель, на самом деле. И это быть пастухом, это означает быть служителем, быть человеком, который в своей жизни ценит духовные ценности, который эти духовные ценности старается приумножать, который двигает эти духовные ценности. Да? Это вот то, куда мы вас, да, вот хотим вести, то, что я вижу, то, что важно, то, что ценно, то, что мы не должны оставить в своей жизни. Если мы думаем, что мы вот познали Бога, Бог освободил нас, и теперь мы опять хотим, что хотим, то и делаем, конечно же, мы можем так поступить. Но вы знаете, куда мы придем? Мы придем вот на место этого Каина, потому что останется только одно – заботиться о земном и развивать свое земное. Будь то это семья, будь то это работа, будь то это что угодно. Но если не будет вот этой духовной составляющей в твоей жизни, если ты не прилепишься к церкви, да, ну, в данный момент существует только вот, наверное, такой образ, да, служителя, что ты ходишь в церковь, и не просто ходишь в церковь, но еще и стараешься служить, стараешься заботиться о других людях, приводить других людей, служить другим людям, да. Что означает пастух? Вообще его вот работа в чем заключается? Что вот его работа, она не в том, чтобы вот о себе заботиться, правильно? У пастуха, у него главные кто? Овцы главные. Вроде он там главный, а все ради них, все вокруг них. И его работа, она в чем заключается? Вот в этой вот заботе. Охраняет, оберегает, кормит, думает. Иногда ночью не спит, да? Иногда рано очень сильно встает, да? Поздно ложится. Но вот вся его как бы работа, он служитель. Все, он служит. Да, он питается от этих овец, там стригут, но он служит этим овцам. Вы понимаете или нет? Овцы, они овцы. Они не понимают, кто им служит там. Они вот живут в своем этом мире. И он просто, вот он к ним прикован. Понимаете, да? Он не может ничего сделать. Но развиваясь именно как пастух, да, как служитель, как тот, кто заботится о ком-то, да, как тот, кто вот именно, понимаете, нет, я же вот хочу, чтобы именно духовная составляющая работала, да, чтобы вот, ну, все прям по полочкам не раскладывать, чтобы вот мысли мы сами развивали в процессе того, что я говорю, что Каин, Авель приносит такую жертву, и вообще вот это вот же то, что принял Бог, да, вот это то, что принимается Богом, оно не взялось с ровного места. Не взялось просто вот из-за того, что вот один стал пастухом, а другой стал земледельцем. Во-первых, он был Авель, это тот, кто, да, ищет духовного. Во-вторых, он выбрал направление служения, да. И вот самое главное, то, что он однажды приносит эту жертву, написано, он принес первородное. Откуда он знал, что нужно принести первородное? Откуда он знал? Не было закона, не было ничего. И он приносит это первородное, Бог это принимает, да? Но мы потом узнаем то, что действительно это же символизм чего? Жертвы самого Иисуса Христа. То есть Бог, принимая жертву Авеля, видит не жертву Авеля, а видит Иисуса Христа. И это то, что на самом деле работает здесь, в нашей жизни, в реальности. То, что
Если мы хотим быть принятыми Богом, если мы хотим быть благословленными, благословенными Богом по-настоящему, да, иметь этот вот действительно видимый успех, видимое благословение на этой земле, очевидное, настоящее, правильно? От Бога, не просто игрушечки какие-то, а действительно настоящее благословение от Бога. Единственный способ, это если Бог увидит в нас вот эту жертву своего Сына, Иисуса Христа. Как мы можем принести Ему эту жертву? Только будучи в служении, только изучая весь этот вопрос, только постоянно вникая в этот вопрос, однажды мы сможем осознать, да, и действительно дойти до такого момента, что вот у нас есть уже этот результат, что у нас есть эта жертва на самом деле. Что Бог видит вот в нас эту жертву, эту своего Сына, это понимание, потому что там же тоже написано, и презрел Бог на Авеля и на жертву его. В первую очередь написано, что Бог презрел на Авеля. На Авеля. То, что было у Авеля. Вы понимаете это или нет? То, что Бог ведь не на жертву смотрит на самом деле, а Бог смотрит на сердце человека, и что, какой смысл человек приносит в этой своей жертве, вот в том, что он принес. Есть ли там смысл на самом деле? Потому что снаружи вот у них было вот у обоих все одинаково. Один принес от того, чем он занимался, другой принес от того, чем он занимался. Но именно-то вот в этом-то и есть весь ключ и весь смысл, чем же мы все-таки занимаемся. Что действительно, в каком направлении мы живем, о чем мы действительно размышляем. Вы понимаете, что мы не можем Богу принести вот эту жертву Иисуса Христа, да, как бы вот встать под эту жертву, совсем без понимания, не изучая этот вопрос. А изучать этот вопрос ты можешь только как бы в церкви, только в собрании, только постоянно, потому что этот вопрос, он не может просто прерваться. Вот ты однажды это понял, схватил как-то, да, тебе открылось, и ты этим все время живешь. Знаете, да, или нет? Мы так устроены, что мы забываем все. Все забываем, ощущения свои забываем, откровения свои забываем, все забываем. Поэтому нам нужно вот настолько эту ситуацию проработать в собственной жизни, чтобы эта жертва, она настолько в нашем разуме, в нашем сознании, в нашем сердце, она закрепилась, вот это откровение об Иисусе Христе. Чтобы действительно Бог, вот Он, глядя на нас, Он видел в нас эту жертву. Он видел нас следующего путь, вот этим путем, который прошел Его Сын. И что мы действительно идем этим путем. Понимаете или нет? Да. То, что на самом деле все глубже. То, что на самом деле все не взялось с ровного места. И мы должны уже тоже это понять, что все, что есть в нашей жизни, все, что мы имеем, это просто результат действительно того, как мы живем. Все. Понимаете? Действительно результат. И это то, что мы пожинаем. Поэтому, но мы имеем еще возможность сейчас сеять в то, что будет дальше. И если мы будем в этом направлении двигаться, сеять, изучать, служить, быть служителем, быть человеком, который свою жизнь нацеливает не только на вот эти плотские ценности, на эти мирские ценности, человеческие ценности, земные ценности, даже хорошие ценности, но имеет вот это вот в своей жизни нечто большее, что он понимает, что все, вот это вот на земле, вот то, что мы читали про Адама, оно как бы проклято. Оно именно, ну, такое слово проклято, какое-то страшное, да, но оно вот под проклятием в том плане, что там благословения нет, там вот написано, в поте лица тернии и волчцы будешь вот так трудиться. И вот эту часть у нас никто забрать не может. Вы знаете, и это как раз означает Каина. Потому что написано, что тебя никто убить не сможет. Понимаете, вот в конце Бог сказал Каину, когда он сказал ему, что он натворил, да, написано, что ты будешь скитальцем по земле, но тебя убить никто не сможет. И это будет как бы вот твое проклятие. Поэтому это уже мы сейчас перепрыгиваем немножко в конец, для того, чтобы вот, ну, понять, что это вот означает нашу плотскую такую природу, нашего душевного человека, который до конца нашей жизни будет с нами. Но мы о чем сегодня говорим? О том, что пусть говорит Авель. Мы сейчас дальше туда пойдем. Итак, мы поняли, нет, что это два разных подхода к жизни совершенно. Каин и Авель, да? Это не просто уже личности, не просто вот два разных человека, одному повезло, другому не повезло. Нет, есть целый такой вот пласт,
материал предыстории, на самом деле, вот почему же все это так произошло, что один вот искал, стремился, жил вот этой духовной жизнью, созидал эту духовную жизнь, оберегал эту духовную жизнь, заботился об этой духовной жизни, искал этой духовной жизни. И однажды раз Бог и подтверждение дает. Понимаете? И это тоже говорит о том, что, ну вот, почему я тоже начал с того, что Бог вознаграждает ищущих Его. Потому что это действительно так. Бог вознаграждает ищущих Его. Будешь искать Бога, Бог направит и как Его искать, и с кем Его искать, и где Его искать, и сколько Его искать. Это все Бог направит. Лишь бы вот ты имел эту ценность в своей жизни, жажду и желание искать Бога. Чтобы ты это не заглушил, а то, чтобы ты это на самом деле ценил в своей жизни. Это вот был Авель. Это означает Авель, да? А Каин означает то, что его интересовало только видимое, только земное, только... И так далее. И опять же о жертвах, да, то, что они принесли, эти жертвы. И вот мы видим смысл, то, что вот уже после того, как мы разобрали, то, что в жертве Авеля была суть, был смысл. Была кровь, было пролитие крови, было откровение, был Иисус Христос во всем этом изначально заложенный. Там был смысл. То есть он изучал вопрос. Он изучал, он интересовался, и он это принес. Он принес результат всей своей жизни. То, что он мог. Вроде как в простоте. И что принес Каин? Тоже результат всей своей жизни. От плодов того, что он имел. Тоже вроде как, ну, это больше говорится о том, что приносить-то можно, но как бы это ни было просто формальностью, да? То есть вот бывает так, что действительно вроде как и хотим, чтобы Бог благословил, и как бы делаем... вот эту такую формальность верующего человека. Это Богом не благословляется. Если ты верующий, если ты веришь, то ты должен быть верующим на 100%. Ты должен быть и служителем, и тем, кто размышляет, тем, кто копает, тем, кто интересуется, тем, кто любит, тем, кто молится, тем, кто взывает и так далее. Либо тогда не будь вообще, потому что ну, смысла в этом нету. В формальности смысла нету, будет только разочарование. Но, к сожалению, действительно, вот жизненная ситуация и жизнь, и реальность, она складывается к тому, что действительно очень много формальных верующих. Очень много. Я не понимаю, как вот, почему так трудно от этого избавиться, почему вот мы действительно вот эти формальные верующие так трудно это понять, что это не имеет смысла. Но, может быть, жестковато, но на самом деле мы все будем через это проходить. Не бывает верующих, которые сразу стали верующими, и не погрузившись в определенное количество формальностей, которые у нас есть. Мы все равно начинаем с формальности. То есть, что такое формальность? Да, с определенных форм, которые внешние. Формальность – это вот внешнее. Внешнее соблюдение правил, без углубления в суть. Вот что означает формальность. И такое есть направление. И начинаем мы с этого. Потому что даже вот в Коринфянам, по-моему, 1 или 2, там написано, что не духовное сначала, но душевное. И как ни крути, все равно сначала придет душевное. И у нас тоже следование за Богом, все равно сначала рождается душевное понимание. Точно так же, как Каин был. Он старший брат был. Это тоже определенный символ, определенный ключ, что сначала родился Каин, потом родился Авель. В нашей жизни тоже так же. Сначала идет душевная часть, сначала мы формы какие-то в себя впитываем, от людей берем, от людей. Но самое главное это вот докопаться до этого смысла, до этой сути, для того, чтобы действительно угодить Богу. И угодить Богу не вот в смысле вот угодить Богу, чтобы он сказал какое-то хорошее, а чтобы действительно был результат, чтобы действительно ты увидел, все увидели, все, для всех стало это очевидно. Ну и теперь мы посмотрим, здесь есть еще такие ключи именно, вот как теперь с этим всем быть, когда уже так все произошло или происходит, когда мы видим себя либо Авелем, либо Каином. Я считаю, что каждый из нас в себе должен найти и того, и другого. И это точно, потому что, ну, действительно так, это вечная история вот, ну, борьбы душевного и духовного, борьбы плотского и духовного.
Но смысл-то был в том, что кто сильнее, правильно ли? Кто сильнее. И есть определенные ключи, как нужно себя вести в этой истории. Если ты Каин, например, да? И да, если ты вот видишь себя Каином, Бог не принимает, результата нет, да, что такое видеть себя Каином, да, не складывается, результатом нет, чувствуешь, не дорабатываешь, не складывается там и так далее. И там написано, что самое интересное, что это оба все к верующим. То, что Каин не был неверующий, Каин был верующий. Это все вот как бы о христианах. Почему? Потому что Бог говорит с Каином. Там есть такой момент, что Бог говорит с Каином. Он ему говорит то, что... А что ты глаза опустил? Давайте я вот прочитаю сейчас. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Да? Вот обращение Бога к Каину. То есть мы видим, что да, у Авеля была принята жертва, у него все хорошо, но в это время у Каина все плохо, на фоне того, что еще у Авеля все хорошо. Но Бог говорит Каину. Уже супер, да? Бог говорит, Бог ему, к нему обращается. Есть диалог, есть эта взаимосвязь. И это очень важно. И он ему дает ключ, дает направление. Говорит, что ты вот глаза опускаешь, во-первых, да? Он говорит, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И вот я... Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И вот тоже как бы направление, тоже ключ, что Бог говорит в этом случае, что нужно делать добро на самом деле. И это тоже очень важный такой момент, то что христианин на самом деле по-настоящему, это не тот, кто не делает зла. Христианин это тот, кто всем своей натурой, всей своей душой, всем своим сердцем хочет делать добро, пытается делать добро, так или иначе. И на это настраивается, потому что ну, христианин – это активная позиция, это не пассивная позиция. Это именно активная позиция, то, что христианин должен искать, как делать добро, где что сделать. Мне нравится вот ну, такой пример, я просто его так, больше для примера, а не для того, чтобы вы это делали буквально вот, милостыню давать, знаете, например, есть сейчас люди просят, подходят там. И я знаю, существует такая позиция людей, что человек говорит, да, они там лицемеры, и там кто-то собирает, а они там просят и их используют, там ничего не дам. И вот, ну, ничего не дам, и все. Я даже знаю, так христиане как бы говорят. Но я знаю, что в Библии написано, давайте милостыню. И я понимаю, что этот человек, который там просит, он там не от хорошей жизни просит. И я знаю, что даже если кто-то с него что-то берет, все равно он живет на то, что, чем он занимается там. И мне, ну, и вот он, там вот я еду на машине, а он там вот под дождем, может быть, там без одной ноги даже, да, пускай он одет в эту афганскую форму, пускай он не воевал в Афганистане, но у него реально одна нога. И это действительно факт. И пускай он там куда-то это все тратит, там неизвестно мне, но я должен дать. Это я так для себя думаю. Ну, не раздумывая о том, как, куда и так далее. То есть я к тому, это как пример просто. Мне не пришел просто другой пример, именно вот к тому, что такое активно делать добро. То есть мы иногда теряем время просто делать добро это или не добро. То есть, понимаете, да, и иногда просто даже теряем время или принимаем решение не делать. Когда есть вещи действительно очевидные, есть вещи поверхностные, и не нужно там сильно глубоко и долго думать, кто, куда, как пойдет там и так далее. Наша позиция – делать добро, правильно? Даже если это злой человек, даже если, да, в Библии написано «люби даже врага своего», правильно? Благотвори обижающим тебя. И это действительно такая позиция именно для нас. Для нас эта позиция. И Бог вот дает это направление Каину, что ты, если не делаешь добро, если не делаешь, то к тебе подберется грех.
Вот оно даже в чем дело, вот где ключ на самом деле. То есть, если ты не увлечен добром, если ты не активен в этом, если ты просто пассивный, подойдет такая ситуация, что грех будет подбираться. Понимаете, да? Помните, как Давид, он должен был пойти воевать на войну, потому что было время воевать с царями, а он принимает решение просто полениться и не делать того, что он должен был делать в тот момент. Выходит на балкон, а там красивая девушка. И все. И с этого все началось. И он согрешил, и потом она забеременела, ребенок умер, он убил ее мужа там, и так далее, да, наворотил дел. А все началось с чего? Что не пошел на войну. Не стал делать то, что должен был делать. Поэтому часто, вот, если мы хотим быть действительно успешными христианами, нормальными, это мы должны понимать то, что мы для того, чтобы делать добро, в любом случае. А наипаче написано своим по вере. Это вообще еще должно быть как бы еще больше. У Иакова написано 4 глава, 17 стих. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Представляете, как Слово Божие говорит? Кто понимает, что это добро, вот в данный момент, и не делает, это является даже больше грехом. Поэтому тут нам надо многие моменты тоже понять, переоценить на самом деле, и не быть вот такими только расчетливыми, меркантильными там, да, в отношении добра или еще такими, да, продуманными. Но действительно быть больше простодушными на самом деле, да, потому что написано, будьте простодушны, как голуби, но мудры, как змеи. И мы тоже к этому еще сегодня немножко завернем. И дальше, после вот этого, да, вы поняли, да, про активную позицию добра? Надеюсь, поняли. Но ты господствуй над ним. Сейчас не буду про это, про грех, это другое учение. И 8 стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему». Точка. Вот этот стих пусть вот вы запомните, ну, тем, кому нужно, наверное. Я хотел бы, чтобы вы его запомнили. Он не до конца. Там написано, и сказал Каин Авелю, брату своему, точка. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Тоже, да, вроде. И мне вот этот стих, вот это вот первое, что я прочитал. И сказал Каин брату своему Авелю, точка. Обычно как в таких ситуациях должно быть написано? И сказал Каин брату своему Авелю, двоеточие, и написано, что сказал. Но здесь очень странный стих. Для меня это сейчас самый странный стих в Библии, который как бы есть. Я вообще, когда я был уверен, что там что-то есть, я думал, у меня даже опечатка в Библии. Я потом нашел другую, и там то же самое. И сказал Каин брату своему Авелю. Точка. Что сказал? Да? Но в этом огромный ключ на самом деле. Огромный ключ. Что сама суть и сам смысл в том, что кто сказал? Каин сказал. Кому? Авелю. Вы представляете, смысл-то в чем? Что мог сказать Каин Авелю? Что мог сказать? Есть вообще что-то у Каина, что он может сказать Авелю? Вот после того, как развивается ситуация, то, что написано, что Бог у одного принял, у другого не принял, у Каина ничего хорошего сказать своему брату Авеля нету. Понимаете? Нету. Сказать должен Авель. А что сказать Каину? Как у него получилось? Правильно? В чем секрет твоего успеха? В чем смысл твоей жертвы? Как у тебя так получилось, брат? Почему у меня не сработало, а у тебя сработало? Но нет, говорит Каин. И говорит что-то, что даже Библия не захотела говорить. Что он там сказал? Это о том, что на самом деле часто вот происходит. Что почему так иногда все тяжело, почему вот так все плохо? Потому что часто говорим от Каина. От Каина говорим. Каин часто говорит. Каин критикует. Каин недовольный. Каин убивает. И вы знаете, да, то, что Иисус сказал, то, что вы слышали, что было написано, не убей. А я вам говорю, кто гневается на брата своего понапрасну, подлежит суду. И я вам говорю, что кто скажет брату своему рака, да, слово там, дурак означает, да, или безумный,
подлежит гиене огненной. Представляете, да? Иисус нам дает такое направление, что на самом деле убивают-то слова. Убивают-то слова. Что часто не вот это физическое имело, ну как бы, дело не в физическом убийстве, а дело именно вот в убийстве вот этих духовных ценностей. Он убил Авеля, он убил потенциал, он убил служителя. Понимаете, Каин убил желание искать Бога. Каин убил вот это вот направление жизни. Вот эта критика, вот это вот недовольство, вот это вот плотское мышление пришло и начало говорить. Я просто к тому это говорю, кто говорит у тебя, кто говорит у нас, кому мы позволяем говорить внутри себя. Тут можно и так смотреть внутрь себя, тут можно и смотреть на ситуации, как мы с друг другом общаемся. Потому что на самом деле часто, знаете, как больно слушать от людей, которые вроде тебе близкие, которые должны тебя поддержать, которые должны тебя ободрить, слушать слово, которое тебя убивает. Слово неверия, слово критики какой-то, да? Слово, которое тебя не созидает, слово, которое тебя разрушает, оно тебя просто вот обессиливает просто. Это на самом деле здесь ключи, здесь смысл, здесь сама суть всех этих вещей. Давайте я вам прочитаю Иакова. 2:4:18. Это письмо Иакова. Не понял. 3 глава. Вот мы влагаем удила в рот коням, с 3 стиха, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, и как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должен, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли или разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это вот и такие стихи к практике нашей жизни и к тому, на самом деле, что есть. На самом деле, что я вот тут еще слово такое вам перевел, оно говорит то, что кто имеет горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Знаете, что такое сварливость? Склонность к брани, ссорам и раздорам. Постоянное проявление недовольства. Вот она, сварливость. Понимаете? И мы должны быть осторожными, чтобы в нас, чтобы самим не быть вот такими сварливыми, из которых все время вот какие-то притыкания, сварливость, склонность к брани, ссорам, к раздорам. И постоянное проявление недовольства. Это то, что, я думаю, примерно говорил Каин брату своему Авелю. Понимаете? То, что он ему говорил. И правильный порядок вещей,
Это если бы Авель сказал Каину. Но Авель был младший, Авель был простодушный. И для меня здесь тоже очень большие ключи. Мы должны сделать выводы из этой истории, что Авеля нужно защищать. Понимаете? Авеля нужно защищать. Авеля нужно кормить. Авеля нужно оберегать. Авелю нужно быть мудрее. Для того, чтобы не позволять Каину говорить в себя. Понимаете? Потому что, ну, Каин начал говорить. Авелю нужно было не позволить говорить. Потому что дальше написано, и на поле убил его. Чья территория поле? Каина. Правильно? Он был земледелец. Таким образом, говоря что-то Каину, он опускает Каина на свой плотской уровень жизни, плотское мышление, плотское понимание. И все. И уже его территория, и уже сделал там с ним что захотел. Поэтому мы должны быть осторожны, и всегда вообще побеждает больше тот, кто больше готов. Вот почему Бог принимает жертву Авеля? А потому что Авель к этому серьезно отнесся. Потому что Авель вообще к этому всему серьезно отнесся, и для него это была неформальность, да, то, что мы изучили, то, что он изучал, он исследовал, он жил таким определенным образом, да, что означает был служителем, да, и все, и был готов для того, чтобы Бог благословил его. Но мы видим, что он не был готов к тому, что сделает Каин, потому что Каин всегда готов. Вот для своего дела, который сделал Каин, он готов всегда. Вы не замечали такое, что когда из нас, да, вот если, чтобы человека ободрить, человека там пожалеть, человека вдохновить, нужно иногда какие-то усилия к этому приложить. А вот для того, чтобы какую-то гадость сказать, как-нибудь вот там поддеть, реакция сразу идет. Правильно или нет? Вот только тебе, и ты сразу в ответку даешь. Ты, с тебя сразу это идет. Поэтому мы должны это просто понять. И просто быть готовым. Иисус говорит, будьте мудры, простодушны, как голуби, но мудры, как змеи. И мне всегда этот стих немножко обескураживал, потому что, ну, я понимаю, голубь, божественная птица, символ Духа Святого, и действительно простодушный, открытый, но мудрый, как змеи. Змеи кто? Правильно, змеи, которые Еву обольстил. Змеи – это символ дьявола. И нам Иисус говорит, но вы научитесь от змеи тоже. Представляете? То есть это действительно так, это действительно направление, что вы должны быть мудры, как змеи. Понимаете? То, что это... А что нам известно про дьявола? Что мы можем от него научить? Нам известны его планы. Написано, Павел тоже сказал, нам небезызвестны его происки. Нам известно, что он хочет. Знаете, что он хочет? Убить, украсть, убить и погубить. Все, его больше ничего не интересует. Поэтому мы и должны научиться вот это вот разделять. Вот, и если вот это, да, то, чем мы наполнены часто, критика, сварливость, недовольство, это то, что нас разрушает, то, что делает нас больно, то, что нас ослабляет, то зачем нам это делать? Зачем нам это в себе иметь? Нам нужно этому противостать просто. Просто противостать. Просто размышлять о Божьем. Написано, размышляйте о горнем, да? Размышляйте о духовном. Помышления, да, то, что мы вначале прочитали. Помышления плоские, суть, смерть. Помышления духовные, жизнь и мир. И вот это вот момент, что потом... Каин был проклят Богом. Бог сказал, ты что сделал? И после этого он его проклинает. Давайте мы прочитаем это проклятие. И сказал Каин Господу... А нет, так вот. И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли. Кровь от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Представляете, землю аж два раза досталось вообще.
И тут, и после Каина тоже. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Представляете, да, тоже, да, вот какое наказание Каин получает. И это называется проклятие Каина. Это вот есть крайние формы проклятия Каина. И это на самом деле часто есть и в церквях такие люди. И часто это, сейчас я вот тут прочитаю, представьте, то есть, когда человек не ищет духовного, не растет, не служитель, не что, то в нем зреет вот это вот обратное. Зреет Каин. И его крайняя форма – это вот именно вот это проклятие. Я хочу сказать, что это верующие люди. Представьте, это выглядит как верующий человек. И это часто человек бывает, долгое время христианин может быть. Христианин с большим опытом, христианин с авторитетом, христианин сильный. Но у него есть определенные вот эти моменты, которые я сейчас прочитаю. Проклятие Каина – это присутствие негатива в большом количестве. Неуважение и непризнание авторитетах, поставляемых, как им кажется, от людей, а не от Бога. Они не видят Божий авторитет. Они часто одиноки и не имеют друзей. Они могут ходить из церкви в церковь, и при всем при этом могут быть христиане, слышащие голос Бога. Обычно они уже долгое время христиане, но не имеют постоянного служения. Вечно всем недовольны. В церкви все плохо. И вот это вот крайняя такая форма. Понимаете, то есть недовольство, не иметь служения, критиковать лидеров и так далее. Вот это вот проклятие Каина. Это именно вот то, что может происходить с нами. И если есть крайняя форма этого проклятия, есть переходные этапы, переходные моменты. Но дело все в том, что я говорю, что такое происходит, когда уже Авель убит в жизни человека. Понимаете, когда уже Авель не имеет голоса, нету смысла, нету жертвы, нету духа, да, нету духовного, да, есть только вот формальность, есть недовольство. Потому что вот Каин, он не смог принять авторитет брата над своим авторитетом. Потому что Бог сказал, вот, человек. И Каин, он это не смог. Как это так? Я старше его, он, да я от него ничего слушать не буду. Вот это вот наша такая более-менее реальность, как оно бывает. Потому что я знаю, что не бывает такого, что вот от человека. Если над нами кто-то поставлен, и мы не можем это принять, это больше наша проблема. Потому что если это так происходит, значит это так должно быть. Значит это вот Бог на это время, в определенной ситуации Он это делает. Когда ты будешь готов... Ты будешь поставлен. Но самое главное, чтобы ты был готов. Может быть, это испытание какое-то, которое было у Давида с Саулом, да, который должен был сидеть в этой пещере, нюхать дерьмо Саула, да, но не поднять на него руки, но уважать вот этот Божий авторитет и понимать приоритеты, да, вообще правильные. Сеется тело душевное, душевное восстает духовное. Эти стремления и ошибки Каина должны научить нас. Мы должны однажды от него устать. Мы не должны всегда позволять приводить нашего Авеля на свою территорию для того, чтобы убить его. Нужно кормить Авеля, чтобы он имел силы. Воспитывайте в себе служителя, ищущего Бога, не заботящегося все время о земном, принимая решение служить Богу не на эмоциях.
Каин и Авель – это еще один прообраз борьбы душевного и духовного. И как всегда, на первый взгляд, от нас ничего не зависит. То есть человеческое мышление привыкло все измерять двумя критериями. Либо я Авель, либо я Каин. Но как показывает жизнь, все намного сложнее и интересней. В этой истории мы получаем божественные принципы. Мы находим здесь самое главное и необходимое для себя – это практическое руководство к действию. Я на протяжении многого времени перестраиваю свое сознание, чтобы перестать думать двойственно, то есть либо-либо. И именно поэтому мы должны научиться, именно этому мы здесь и должны в первую очередь научиться. Это и есть рождение свыше, когда в тебе начинает рождаться совершенно иная личность, по-другому думающая, по-другому смотрящая, по-другому, все по-другому. Несмотря на это, старое также продолжает свое существование. И в этой истории мы видим, как старое будет продолжать свое существование, несмотря ни на что, а новое нуждается в опеке, защите. Первое физически сильнее, это так, как наш душевный человек, наш плотской человек, он физически сильнее, и от него инициативы часто больше, от него вот больше всего этого, ну поэтому мы должны заботиться о Авеле. Но первое физически сильнее, но благословение и успех принадлежит младшей. Первую всегда будут наполнять разочарование, критика, недовольство, обида, гнев, религиозность, лень, неуважение к старшим. А у второго радость, мир и так далее. Поэтому не позволяйте Каину говорить. Ясно, нет? У нас время практически вышло. Пробежимся быстро, потому что сказали, да? Просто, чтобы подытожить. Потому что много наговорил, ключей много. Вы, я надеюсь, это почувствовали, что там много, да? То, что первое, что хочу сказать, это что в жизни вот оно на самом деле все закономерно. Что посеешь, написано, то и пожнешь. Сеющий в плоть, пожнет от плоти. Сеющий в дух, пожнет от духа. Поэтому у нас с вами на этой земле еще есть время. Еще Бог не подводит эти итоги. Еще не пришло у Бога время принимать эту жертву. Да? И у нас еще есть это время, на самом деле, чтобы вот Бог на нас презрел, и то, чтобы Бог нас благословил. И действительно, оно все вот здесь зависит от вот этих вот, того, кто куда стремился, кто чего искал. И так далее. И мы видим, что если мы видим в себе Каина, мы не должны на этом останавливаться, мы можем переломить ход истории, суть вещей, чем? Делая добро и позволяя Авелю нам рассказать, что нужно делать, в чем заключается успех. Поэтому это также имеет к тому, что мы должны больше слушать успешных людей, больше слушать помазанных людей, больше слушать, вот, ну, чем позволять в свою жизнь, больше говорить таким людям, которые критикуют, которые недовольны, которые тебя разрушают и так далее. Это тоже наша задача, именно практическая, для того, чтобы тоже для себя выбирать этот круг общения, для того, чтобы выбирать для себя друзей. Поэтому, ну, лучше иметь такое направление. Вот. И все в слове, все от слова, на самом деле. Словом убиваем, словом благословляем. Слово имеет силу. Наше провозглашение внутри нас имеет силу. Мы можем либо хорошие, благие вещи внутри себя говорить, направлять себя на веру, направлять себя на Иисуса Христа, на Его жертву, на Его обетование, на все, что Он сделал, на то, что Он обещал сделать, на то, что Бог обещает сделать и так далее. Иметь вот это духовное, чем иметь вот это вот постоянное недовольство, оправдание, почему не получилось, что не получилось и так далее. Аминь. Все. Спасибо.